просили за минуту рассказать, как крут был этот хакатон, но это практически невозможно. Можно говорить и говорить. На самом деле очень прекрасное и чудесное мероприятие, которое получилось. На самом деле получилось и у организаторов, получилось, я надеюсь, и у спонсоров, которые нашли то, что они искали в этом мероприятии. Нашли опыт, нашли классных ребят, которые хотят, могут, которые не боятся работать и делать веселые, наукоемкие вещи в стрессовых ситуациях и умеют выходить из ситуации. Могут и написать код программы, и могут сделать презентацию. То есть это уже даже какой-то комплексный подход и видение продукта. Я думаю, что для студентов, которые участвовали, это достаточно большой челлендж, и они привнесут нечто новое в тот образовательный процесс, где они находятся, и скорректируют его. И поэтому дадут плюс еще своему, надеюсь, великому вузу.